Прошу вывести на сцену для предварительного соревнования 4-4. Ну что ж, давайте посмотрим, да. Сергей верит в то, что может Артем Иванов навязать борьбу Мухаммеду. В принципе, я со своей стороны до того, как увидел Мухаммеда на сцене, тоже предположил, что единственный, кто ему может навязать эту борьбу, будет как раз Артем Иванов. Давайте посмотрим. Надо Артема Иванова переставить. Ну и, мне кажется, добавил очень сильно Назар тоже. В принципе, заслужил. Приз прогресса. Сравнение, наверное, Назар выигрывает, да? Среди этой четверки. Однозначно. Я думаю, Назар даже может и за тройку побороться в абсолютке. Одной позой меньше, одной больше. Ну да, когда преимущество подавляющее, я думаю, что это не... Надо Юричу отдать должное за три дня работы. Он свежачок, бодрячок и прям такой молодец. Я думаю, что по качеству, наверное, но опять же, глядя в телевизор, Артем все-таки суше, так вот, по ощущениям. Но все-таки запас по мясу такой большой. Мы в прямом эфире. Перезвоню. Тройку вызовут? Ну, я думаю, что да, так как прямого сравнения не произошло. Я думаю, что да, Назар, я думаю, что Артем, я думаю, что Мухаммед. В принципе, ну, как бы под вопросом, наверное, хочется сравнить еще с Алексеем Кузнецовым, потому что не очевидно, что Назар с Алексеем, как бы, да? Сейчас интрига прям.
Ну, я тебе честно скажу, я в интригу не верю. Я считаю, что Ильмам здесь выше уровня, просто потому что габариты его выше. И я думаю, что если мы выйдем на первый ряд, увидим, что в деталях он, конечно, глубже. Но вот я видел Мухаммеда уже и на Сибири смотрел, и в Спортлайфе на просмотре его посмотрел, конечно, но выглядит он страшно. Будем считать, что Артем выиграл. Да? Есть такой, знаешь, этот, как называется, анекдот про, когда на поле чудес пришел играть мужчина, ему говорят, кто из четырех выше перечисленных персонажей, говорит, собака, значит, Пьеро, Артемон, Мальвина, Буратино. И он говорит, а какие, говорит, есть подсказки? Он говорит, на 50 на 50 Мальвину и Буратино убрали. Значит, между Пьеро и Артемоном выбрал Артемона, угадал. Потом говорит, кто из вышеперечисленных персонажей деревянная кукла? Пьеро, Мальвина, Артемон, значит, Буратино. Тот говорит, а какие, говорит, есть подсказки? Да, ну еще ему подсказали, хорошо, значит, Буратино. Третий вопрос. Кто из вышеперечисленных персонажей девочка? Пьеро, Мальвина, значит, Буратино и, значит, Артемон. Тот говорит, а какие еще, говорит, есть подсказки? Говорит, звонок другу.
вердикта судей, смотрели, что происходит на сцене. Сейчас нам необходимо узнать, кто же станет в командном первенстве. Ну, без интриги, с победителем. Очевидно, что команда Санкт-Петербурга выиграла это первенство с большим отрывом. А вот будет ли команда Москвы на втором месте, это вопрос. Подозреваю, что Московская область может оказать вполне себе... К сожалению, у нас есть команда победительницы, и те, кто выступили чуть хуже. За третье место награждается команда Московской области. Нет, все-таки Московская область заняла третье место. Пожалуйста, я прошу представителей команды. Поднимается на сцену. Я думаю, что Москва. Да. Вячеслав Каменский получает. Москва выиграла довольно много категорий номинации фитнес-бикини. Собственно, традиционно уже. Второе место с результатом 74 балла занимает команда Москвы. Олег Макшанцев поднимается на сцену и получает приз за второе место. Поднимается Олег Макшанцев на сцену. На первом месте больше судей по сумме баллов. Получает приз за второе место. Команда Санкт-Петербурга с результатом 84 балла. Борис Борисович Васильев, я прошу выйти на сцену. Да, ну надо поздравить сборную Санкт-Петербурга. Действительно впечатляющий результат. Показывает который год уже. Который год, да. Ну и самое главное, что в каждой категории мужского бодибилдинга не просто первые места, но первые и вторые места практически все заняли. Конечно, но надо отдать должное. Паша Лешов, пожалуйста, пройдет также подняться на сцену. Тренер, главный тренер сборной Санкт-Петербурга. Павел Ершов поднимается на сцену. Люди, которые причастны. Ну что ж, это наши героические команды. Собственно, люди, которые напрямую влияют на развитие бодибилдинга в России. Надо отдать им должное, они молодцы. Спасибо им большое за их работу. И поздравления сборной Санкт-Петербурга. Еще раз блестящая победа. Ну что ж, завтра у нас состоится конференция. Необходимо будет конференции выбрать нового президента, да, потому что... День еще интереснее, чем сегодня. Тоже борьба. Ну, ты знаешь, я, честно сказать, такого спокойного чемпионата в плане вот межличностных каких-то отношений не помню довольно давно в формате борьбы. Мне кажется, что все вещи уже, которые должны были случиться, случились, и все участники этого процесса со многими вещами смирились и приняли как данность, да, то, что должно случиться. Но, может быть, это сугубо мое мнение, не знаю, завтра увидим. Мохаммед Алиман. Встречаем аплодисментами и награждаем. Абсолютная победа Мохаммеда Алимана. Уже вторая по счету на Кубке России в Краснодаре. Он тоже стал абсолютным чемпионом. Ну, это и закономерно. Действительно, великолепная форма. Наш санкт-петербургский египтянин или египетский санкт-петербуржец. Ну, россиянин Мохаммед... Мне кажется, спорт не имеет границ, он не должен замыкаться в рамках прописки, в рамках города. Да, 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 да. Она не должна иметь национальности, принадлежность, мне кажется. Потому что это действительно лучший атлет на данный момент, лучший бодибилдер, который живет в России, который тренируется в Санкт-Петербурге, выступает за клуб «Спортлайф». И мы поздравляем его с блестящим выступлением, великолепной формы. Да, да, красивые пакеты. Ну, во всяком случае, пакеты большие, красивые. Да-да-да-да. Кроме того, у нас награда за самое эмоциональное выступление. Алексей Кузнецов, я прошу немного подождать. Ты назван лауреатом самого эмоционального выступления. Самое эмоциональное выступление, еще такой приз был учрежден. Алексей Кузнецов его получит.
Ну что ж, я хочу вас поблагодарить за ваше терпение, что вы были в эфире все эти дни вместе с нами. Я хочу вас поздравить с тем, что мы посмотрели великолепное зрелище. Надеюсь, что вам было интересно, что люди, которые приходили в эфир, вас порадовали своим мнением, своим настроением. И я желаю вам здоровья, желаю терпения. Желаю оставаться поклонником бодибилдинга, заниматься спортом. Берегите себя и друг друга. Прощаюсь, наверное, на сегодня с вами. С вами был Дмитрий Корнюхин. Благодарю Сергея Кулаева. Спасибо, Сергей, за компанию. Ну что ж, всего вам доброго и до новых встреч. Композиция Зинаида Руденко вручает награду. Дорогие друзья, наши соревнования завершены. Мне приятно, что вы были с нами. Сейчас фотография судей. Просьба всех судей собраться возле сцены. Просьба собраться. И Борис Борисович хотел сфотографировать команду или что? Вначале судьи, все судьи, а потом команда. Я прошу всех судей собраться посредине.